Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушает, с вами Юля и Мишка. Всем привет! Ребят, это Kitten Squad, в общем, игрушка очень интересная, бесплатная в Steam, вдвоем будем играть. Я вот черненький котик, ну точнее он какой-то серенький. Да, я рыжий. Короче, тема такая, похожа на Айзека игрушка, собственно, по комнатам тоже будем шнырять. В общем, сначала нам нужно будет обязательно взять какое-то задание, есть косвенные задания, например, уничтожить вот таких страшных роботов, вот которые изображены, мы обязательно возьмем эту сейчас миссию себе, вот, этот квест, отлично. Да, нам больше, в принципе, ничего не надо, и есть еще основные квесты, которые тоже нужно выполнять, то есть игрушка на прохождение, вот, сейчас куча основных квестов, их просто тонны. Ну да, очень и много. Первое возьмем, например, освободить овечек. Когда мы берем миссию, показывается заставка, но, в принципе, нам это не нужно, сразу открывается дверь, и мы валим к экшену. Короче, пошли. То есть мы решили начать сначала с разъяснения в этот раз. Ну и, короче, все, начинается месиво, нужно воевать постоянно, собирать золото. Бомбы да, аккуратнее. Если кто-то из нас умрет, все, конец игры, можно сказать. Ой, это что такое? Это ты какую-то пушку взяла. Нормально. Хорошую, кстати, пушку. Вон здесь пушки разные, здесь огнеметы, много чего. Сначала игрушка немного нас оттолкнула странной рисовкой. А, это стандартная там или что? Что у тебя стандартная? Висит. Точнее, я валялась. Не знаю, я не щупал, вон какая-то уже появилась. Еще какая-то, слушай, кто ее возьмет? А они две одинаковые валяются, так что, ну, протестируй, ну, тоже более-менее вроде как. Ну, слушай, она более удобная на самом деле, потому что вон еще, тройная... кстати, какая-то пушка. Морковками, нормально. Смотри, они разлетаются на кучу других морковок, ну, это вообще дичь, конечно. Ты взяла, вон еще валяется какая-то. Нам надо посмотреть, кого мы вообще должны уничтожить-то. Я посмотрю сейчас, вот как закончится вот это все бешенство какое-то, сумасшествие. Так, непонятно, куда, что происходит? Что да, они чё? Так медленно дохнут-то? Так а ты вообще не попадаешь, если что? Ты в курсах? Все, размочили, комната открылась. Сейчас, я зайду сюда. Вот у нас квесты написаны, какие присутствуют. Вот, далее у нас покупки. Здесь можно всякие шапочки покупать красивые для кота. Ну, это, конечно, в принципе, тупость. Потом можно котика да, менять. Да, кота, в принципе, это все так, чисто хорошо, одежка. Для кошатника. Вот, что нам нужно уничтожить, запомни, вот такие роботы. Вот что мы хотели показать лишь. Все, валим теперь. Ну, мы, собственно говоря, будем всех валить, кто попадется. Ну, понятное дело, но просто, чтобы выполнить короче, квест, чтобы получить деньги. Смени. Какая-то она... Вон валяется ништячная пушка. Смотри за жизнями обязательно, Юль. Да, я слежу. Эти какие-то куропатки бешеные вообще, на самом деле. Ох, они бывают вот зажимают в углу где-нибудь, да, и все, никуда не денешься. Мы когда пробовали в начале июля, прям надо как гопники на... О, вот эти могут. Вот эти могут, аккуратней. Все в один угол. Во, отразились, бери жизни. Все, никого нету, можно не шмалять. Идем вверх. У меня уже мало хипов. Главный персонаж, ну такие милые. Но боссы здесь такие уроды, против кого надо воевать, просто трындец. Ты так, запомнила, отходим, кстати, отходим. Кого нужно убивать? Да всех, я тебе говорю. Блин, я помидоры какие-то всех взял. Всех шмаляй, ладно, какая разница. Короче, самое главное, это овцы. Да. Запомним. Вот это. Вот не этих, нет? Нет, не этих. Надо было побольше косвенных взять, чтобы заработать. Ну ладно, мы самое главное нормально. Сейчас продемонстрировать. Уж если вы захотите, мы продолжим это все. Путешествие этих сумасшедших котят каких-то в наркоманском мире. Ну игруха на самом деле веселая, серьезно. Ну она просто это... А это что за пушка? Не буду ее клубки, брать. По-моему. О, прикольно. Да, возьмем. Так, мило. Видели? Ой-ой. Ого, это что такое? Это вот не эти? Да не, они были какие-то... Тут цвета странно подобраны. Такое чувство, две разные игры делали. Так, спокойно. Так. Самое, я говорю, самое прикольное, что она, в принципе, свежая игруха и бесплатная. Зажмем его, зажмем. Зажали? Все, отлично. Все, пойдем, почали. Мне надо хипов где-нибудь. А, куропатки. Ну, у тебя хипов-то и так, в принципе, много. Так, с этой стороны. Отходим, вот зажимают так, они хорошо. Юля, зажали. Тихо. Все, нормально. Бери хипы. Да. Так, влево. И монетку. Все, идем спокойно. Но у нас монет, в принципе, вообще это ерунда. Они на обоих. То есть, в принципе, что-то я захочу купить, тебе не достанется, да. Я так понял. Ну нормально. Ладно, что ж теперь. Ого, так что за чудо-юдо? Вилка такое, какая-то непонятная. Все. Спецэффекты все, пошли. Нормально, все сдохли. Ну, тут, кстати, мы быстро присноровились. Да это пока, да. Вот эти я вот опасаюсь. Вот все, что на нас движется, это самое опасное. Да, те, согласна. Кто стреляет, это все фигня, в принципе. Клубки мне надоели, эти клубки. Да? Да. Ну, я бы взяла клубочки. Но они ты сдохнешь, ты нет сегодня. Хотя вот эту пушку мне тоже ничего. Мне вот она больше всего бесит, если честно. Да вообще. О, новая эта появилась. Местность.
Ох, тихо, вот с ними аккуратнее. Нужно кого-то одного. Во все стороны. У тебя пушка хорошая, она, видишь, блочит их, если что. Юль, жизни, у меня жизни мало, мне умереть нельзя. Иначе все, криндык. Жизни надо будет сейчас собрать обязательно. Сейчас завалим. Вот это что за штуки? Не попадай, это ловушки же, ну, очевидно. Так, стой. Все, я на... О, тебе тоже бы... Иди возьми вон правую. Да, и вон справа сердце. Да, лучше так. Ох. Во, все хорош. Все, вроде про миленьких котиков, а уже сложно. А уже мясо. Вон это пушка какая-то валяется. Такие? Блин, что-то у меня плохо стреляет. Что-то я это не попадаю по нему. Стреляю, не попадаю. Да так лучше прицеливайся, Юлек. Лучше. Сложно, оно одним этим все, стреляет. Я беру другую пушку, морковки пошли уже, все, надоело. Все, да пушка. Блин, умри. Они тоже как будто в ловушки попадают. Да. Пилит. Только у них не знаю. Да блин, какая рандомная у меня эта штука с морковью. Надо вот эти вот уничтожить. Да, ящики можно расшивать, вон клубки блин. Еще есть. Надо вот тут, ай, нельзя здесь, нельзя. Аккуратней. Все нормально, все. Я прошла. Куда нам наверх? Блин, давай, мне так заходи. Аккуратно надо. У меня жизни вообще мало. Ох! Ой, пошло. Мясо. Ой, нет. Юль, давай нет, зажмем нет. их. Тихо. Тебя вот такой шевелись. Вот вправо иди, вправо, где жизни. Где жизни иди. А, меня бьет. А, сейчас убьет. Там, убивает. Бери жизни. Бегу. Все, взял, оставьте мне жизни чуть-чуть, ладно, Юль? Бери. В ловушку бы не попал, бы сейчас бы тупо было, если честно. Фу. Мы так не спасем. Ну-ка, возьму что-то такое. Морковки. Шил на мыло. У меня они. Аккуратно приготовился. О, монеты. Так, эти стрелять с бомбами, ё-моё. Аккуратно, Юль. Все, пошло. Нам нужно в одной точке нам держаться. Нам надо место побольше. Сдох. Вообще. Нет. Гейм-овер. Ну ладно, гейм-овер. Посмотрим, что у нас будет, если гейм-овер случился, все ли сбросится, или все-таки нам что-нибудь оставит. Так. Ну, о, монетки остались. Пушки нам сбросили, монетки. Давай я, короче, этих косвенных побольше возьму. Давай. Посмотрю, что тут у них есть. Так, допустим, вот этих уродов каких-то сейчас посмотрим. Во, вот этих с вилками мы их видели. Ну давай, да, они часто попадаются. И еще кого-нибудь сейчас. Какой-то. Томат. Все, я все набрал, короче, три штуки. Ладно. Томат, что-то. Нужно 35 врагов с томата уничтожить. Но это нам уже, мне кажется, слишком. Да, тем более пушки часто меняются, забудем. 100%. Да, тут порой в порыве битвы. Но у нас квест-то главный остался, овца. Да, овцу нам мы должны оставить. В магазине мы, в принципе, мало чего купим. Пойдем. А че мы два одинаковых кота? Да, кстати. Йоу, как теперь быть? Ну я-то запомнил, если что, я... Блин, тут что говорить? Вот сейчас я слева, а дальше что? Да, так, прикол. Пойду. Слушай, погоди, а можно на базу вернуться? Серьезно, сейчас попробуем. На базу вернуться, может быть, возможно это сделать? Может или... это... Котика сменить просто. 700. Не хочешь? Да, идите нафиг. Не, он 500, 400, 300, вот 200. Вот давай вот этого. Все, я взял. Кто из нас изменится? Во, теперь я вот такой котик. Ну ничего, давай, кстати. Нормально. Он тоже симпатичный. Ну хотя бы, ну, отличаться. Слушай, круто. Костюмизация тупо. Ну вот, блин, фанатам котиков посвящается. Серьезно, а мы фанаты котиков? Да уж. Вот морковками, кстати, нормально так валит. Не знаю, мне не понравилось. Мне вот эта штука больше смотри, нравится. Они как мощно. Осторожно, раз... здесь пушка. Слушай, а денег-то сколько начало валить просто. Если что, можно будет потом я еще кого-нибудь сюда. Купить. Котика. Все, сейчас ничего. Я вас морковками застреляю. Ну, то, что реально общий бюджет, а тратить только один, это, ну, хотя фиг знает. Но, с другой стороны, все равно монеты, че, блин, вот именно, какая разница. Какая один разница? Купил, второй. Ну, тут как, чтобы второму игроку купить, нужно ему паузу нажать и зайти в меню покупок. Иначе... Вот эти, конечно, бешеные. Да нормально. Ох. Че-то там стреляешь. Да чуть это... Тоже морковка вон. Чуть не сменила пушку. Вот эта штука хорошая у меня. Вообще люто валит просто. Главное не сменить. Ай, блин, только сказал люто валит. Ты получил лещей не слабых. Все, смотри, морковки как сбивают. Ну молодец, прям довольна своими да морковками. Да конечно, я рада. Морковки. О, вот эти вот самые лютые, мне кажется. Мы еще ни разу не встретили тех, кого должны убить, по сути дела. Так, я возьму себе хипы, потому что у меня мало уже. Единственное, что я так думаю, если вы играете вдвоем, потребуется один геймпад все-таки, ребята. Да, скорее всего. Мы играем вдвоем с геймпадов, и есть небольшие неудобства в меню, если честно. Перескакивает через одну планку. Попал вам. По мне козлина. Слушай, а у меня вот самоноводяха. Все, он сдох. Тихо, пуха. Это электроны. Пуха, да, пуха валяется.
Ты будешь брать? Может, покажешь что-нибудь сверху? Нет, не буду. Ладно, я покажу здесь. Вот такая штука есть. Вот тут показываю. Короче, давай отходим как-то вот в одну сторону, чтобы удобнее было хвалить. У нас как раз такие... Смотри, сколько у меня волн просто. В разные стороны. Все, завалили все. Все, красавчики. Да пофигу. Ладно, две золотых. Знаешь, монетки-то, как говорится, просто так не даются. Рубль бережет. Да, конечно. Блин, моя нелюбимая пушка, клубки. Все, да я убила его. Все, иди, давай. Все, погнали. Я царь на трон. Не, конечно. Не влез я на трон. Ой, куропатки. А слушай, карта повторяется с теми же, по-моему. Да. Блин! Че со мной? Меня зажали, Мишка, я не хочу умирать. Все, у тебя жизни достаточно, не волнуйся, не умрешь. Все в порядке. О, да вы че, блин? Кто-то хотел клубки, вон там валились. Давай с этого сначала. Все, теперь. Во, вот этого нужно точно убивать. Не выходи из угла. Я вот так. Просто они будут потихоньку вылазить. Ой-ой-ой. Ай, попал. Аккуратнее, аккуратнее. Попал! Все, я завалил этого. Сейчас и этому. Я возьму сердечко. Да, бери, бери. У тебя как раз. У нас одинаковое количество. Вот этих опять. Аккуратно уходи сразу же. Вот их просто отбивай своей пушкой. У тебя хорошо отбивает она. Да, 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 согласен. Так, ой, это стандартная, ты взяла. Нет, моя пушка с морковками. Все, морковки просраны. Да найдешь еще ты свою морковь, не переживай. Все, умри. Все, погоди, не стреляй, Юль. Я посмотрю как. Вот опять же, через... А, ну хотя бы тут квесты. Сколько мы что там должны? Этих вообще не убили. Вот, три 12. Уже. Ну, уже неплохо. Все, нормально. Еще семеро, и мы получим 1,5 косаря. О, пошла, мама. Конечно, когда они близко. Вот это. Через них можно сквозь проходить без урона, кстати. Они только от бомб урон носят. Так что не страшно. У меня полный хп, так что собирай теперь ты. Все, смотри, как я забросаю. Ну, ты собирай спокойно. Да все, собирай. Все, готов. Вон еще жизнь. Это мои клубки, не бойся их. Тут прям какое-то мясо разделочное. Ох. Да вот ты... это была уже. Да я тебе говорю, и прошлая была, если что, между прочим. Да, они умрут, нет? Вот ну... этот вот на меня все время нападает! Давай. Сейчас откроются двери, и я все, валю. И эта карта, здесь мы где-то и застряли, по-моему, да, буквально. Да, да, да. Слушай, а быстро дошли до сюда-то, быстрее намного, чем в прошлый раз. Ой, Юль, что ты что на жизнь-то не следишь? Собирай, сейчас. Иди быстрее, пока не исчезло все. И на ловушки не попадись. Так. Все, ну на монетки пофигу. Юль, держись рядом со мной постоянно. Вот и беги. На бомбу не попадай. Вот здесь мы, по-моему, и сдохли, если честно. Юль, прячься за ящиками. Сиди там. Я разберусь. Все, собирай жизни. Чуть за хрень розовая. Тройнухи. Возьми другое что-нибудь. Ой, да, я возьму. Это стандартное. Ну вон, возьми эту. Вот это у тебя вроде нормально шла. Ну да, вроде. Сейчас бы не сдохнуть снова. Ну, морковками у меня лучше получалось. Вот, стой, вот сюда, в угол, вместе, надо вдвоем держаться. Блин, сейчас вот мое решение смертельно может оказать. Ты где? Да я потерялась. Так, иди жизни бери. Ой, нам сейчас, я морковки взял. Потерялась я, понимаю. Блин, надеюсь, хоть надо здесь вот может. Надо вот здесь. Стой, не попадись в ловуху-то. Мозги какие-то. Юль, не иди. Вверх. Ай, как мы выжили, не понятно. Стой, это мозги еще, это не конец. У тебя жизни вообще нету, Юль, понимаешь? Все, теперь есть. Ага, это, можно сказать, их нет. Морковка нужна, кстати? Да. Вот она лежит. А я возьму... О, морковка! А я возьму огнем... А, это... Все, погнали. Стой. О, овцы. Вот их как раз спасти две штуки-то надо было. Блин, точнее, сколько две уже штуки? 10 спасти надо, а тут только две лежит. Или надо было к ним подойти просто? Да я не знаю. Блин, вот проблемы, конечно. Сейчас нас, короче, развалит. Я не знаю, как... О, брат, это жулики. Стой здесь в углу, не выходи. Хотя... Наоборот. Молодца, кстати. За хипами надо. Грамотно. Стой, не иди к ним. Бери хип... Сейчас, погоди. Блин, а чё у меня пушка не стреляет? Все, иди возьми. Хорош. Слушай, огнемет это, наверное, вроде. О, вообще. Возьми. А, тебе нравится? Да мне огнемет больше нравится. Он не подпускает. А хотя нет, он не. Ну, хотя бы быстро, может, атакует, я не знаю. Как-то больше ему нравится все равно. Так. Ну, мозги, вот, кстати, не забывай, что мозги иногда не вот сливаются. Вон... А, слушай, они шевелятся все-таки. Все, никого нет. Не зайди случайно. Хипы возьми. Возьми ты. Да, потому что у меня уже нет почти. А, только две овцы спасено. Так, а здесь только ловушки. Это по кайфу. Или кто-то есть все же. Может, ящики разбомбить надо? О, ключ.
Интересно, а что ключ дает? Я в ловуху чуть-чуть попал случайно. Да. Да. Открылось. Вон морковка верхняя. Юля. О, хорош. Фу. Валим. О, вот эти псы стреляющие. Аккуратней с ними. Я что-то вообще потерялась. Юля, все. Сейчас. Да как так? А сдох главный я. Ругал Юлю, сдох сам. Ну, слушай, мощно получилось. Да. Мне кажется, нужно будет сейчас остановиться. Ребята, если уж хотите, мы реально продолжим, так как здесь есть что еще посмотреть. Надо будет прикупиться вон всякими... Да, какого-то котика прикольного. Как этот, да, Тури? Смотрите, ну здесь предметов вообще... Модный котейка. Ой, вот так он вообще... Короче, наши коты одобряют эту игру. Да-да, во. Вот это мой царь, точно. Наш кот. Короче, ладно, ребят, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.